Фу. Целый лесоповал. Сил нет уж ходить. Что-то есть определенный. Это гнейс. Это гнейс. Так, смотрим левее. Это тоже, наверное, гнейс. Да. Так, перемещаемся сюда. Это уже ближе. Это уже ближе. Ну, это не знаем. Так. Где тогда он, слева или справа? Наверное, там все же. Ну ладно. На досуге посмотрим. Пойдем дальше. Вот тоже интересный такой переливчик с красным. Надо взять, наверное, его дома посмотреть. Да. Интересный камень. Вымоем дома. Поменьше тоже. Что-то вроде халцедоновой корочки. Вот.
Ну, этот вообще красный с чем-то. Перегифт. Ладно, пока камеру выключим. Попробуем накопать. Ну, в общем, удачно. Смотрите, какой перелифт интересный. Здесь вот даже зеленый, красный цвет есть. О, из торца. Здесь вообще он красневющий. Вот тоже. О, красивый будет камень. Вот здесь, видите, какой рисунок, тоже необычный. Не как шайтанский перелифт. Тоже симпатичный рисунок. Да. С разведкой. Река. Ух ты. Фига себе. Смотри, даже в сапогах-то. Вот здесь вот самое это. Вот самое, да, черт. Так, вот здесь вот на пеньки не наехать. Нет, там... если ты здесь вот едешь, то ты тут, наверное, выйдешь. А вот, вот самое главное, это вот, когда вот этим колесом вот ты попадешь вот в эту. А ты все равно в нее левым колесом попадешь, как ты не крути. Вот это дерево мешает. Чем лаки мешает? Давай. Еще одна хрень. Ну, сапоги заливают здесь. Вот здесь всю лежневку размыло. Как на эти бревна угадать. Опять здесь. На эти попадешь, здесь съедешь. Так, колесо зажмет. Ну, конечно, когда хреново веришь, ну, в общем, провалился, набрал. Пришлось возвращаться, другие сапоги переодел наполовину сырой. Неприятно, но не возвращаться же.
хрустнуло. А? Вот опять хрустнуло. С халцедоновыми такими прожилочками. Ну-ка. Угу. Вот с красненькими тут и фиолетовый, и красненький, и оранжевый. Красота. Такие камни мне нравятся. Даже больше, чем обыкновенный кварц. Ва! Ух ты! Лихо, видите? Белый, красные прожилки. Тут вот что-то фиолетовое. Мыть надо. Интересное. Интересное место. Так, вот видите, опять стукнуло где-то. Тоже что-то такое непонятное, чудное. Конечно, это развал какой-то, скорее всего. Вау! Нормалек. Нормалек. Ну ладно, поработаем, потом включим. А это гем тут. Шороху наводит. Жарко. Ну что тут? Ну, попадаются любопытные образцы. Вот, например, такого плана. Красные. Рисунчатые. Ага. Вот. Интересно для обработки, конечно. Да, да, да. Тут вот есть и покрасивее, но помельче. Мне бы хотелось покрупнее, конечно. Поэтому вот тоже. Ну-ка. Ну, посмотри, похуже, но... Сетчик-то не попадал? Сетчик пока нет. Не попадал. Был один камень у меня. Весь горошек. Тоже. Мелкий. Ой. Ну, вот побольше образец. Ого, сиреневый мне нравится вообще. Я даже за оранжевым находил. Угу. Ну вот, продолжаю это... Нудное дело. Попадаются. Где-то хрустит. Где-то стукает. Непонятно где. Хрум-хрум. Вау. И что это такое? Ну, это так себе уже. Это не то. Не тот кварец. Так. Тут вроде камень побольше. Так, неудобно, сейчас мы... Фу. Обмана.
это уже интересно. Вот это уже интересно. Ну где вы клещики-то? Говорю. Да. Интересно. Ну, ясно примерно, как жилка лежит. Вот кварчика. А вот тут вот интересная часть начинается. Вау! Клад, 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 клад. Вот это уже... Тут и светлое, и красное. Я на камни смотрю с другой стороны, с художественной. Вот тут зеленый, там краснота пошла. Класс. Вот тебе проявление. Так называемое новое. 2 года назад уже и старое оно стало.